Для меня особое место в нашем крае – это село Атаманово в Сухобузимском районе. Здесь расположен лагерь «Таежный», в который я ездил на каникулы практически каждый сезон. Прошло столько лет, а ощущение радости, когда я приезжаю сюда, такое же, как и в детстве. Именно здесь мы познакомились с Таней и Катей. И с нетерпением ждали каждую новую поездку, ведь знали, что встретимся с хорошими друзьями. Несмотря на то, что ребята сейчас заняты учебой, а у меня достаточно плотный график работы, мы продолжаем общаться, встречаемся в городе, делимся новостями и соблюдаем обязательную традицию – ездим в наш родной Таежный просто погулять. Смотрим Димины сюжеты, они всегда очень позитивные. Конечно, ребята знали, что я мечтаю работать на телевидении, и когда я стал корреспондентом в «Утро на Енисей», обрадовались не меньше меня. А сейчас продолжают следить за моей работой. Лагерь «Таежный» в село Атаманово – одно из главных воспоминаний моего детства.